Влог сцена 1 дубль 1. Погнали. Новое видео на канале Gadget Mania. Мы начинаем. Поехали. Замечательная история произошла с Galaxy S7. Распаковку и прошивку этого телефона на последний Android вы можете посмотреть на канале. Ссылки будут в описании. Ну и, собственно, случилась такая история. Видео просматривают хорошо и очень много часто пишут. И, во-первых, тот телефон сразу ушел, вообще не вопрос, очень быстро. Потом еще было пару заказов, как бы. И, соответственно, обратился человек, Роман. Ром, привет тебе. Позвонил, точнее, написал, а потом, соответственно, позвонил. Говорит, так и так, как бы, в связном взял себе пару заказов, один, точнее, заказ за 33 косаря, как бы, RST Galaxy S7. Оплатил, но не получил. Ну, пару вопросов там по самому телефону задал. Оригинал, не оригинал, что за версия. Я все рассказал, как есть, как бы. Он говорит, бля, вариант. Простите, я не матерюсь. Блин, а вариант, как бы, ну, заказать. Я говорю, ну, что нет-то? Вариант. Озвучил цены, как бы. Человек подумал. На следующий день, как бы, ему вернули деньги с того заказа. И он за стоимость одного смартфона получил, в принципе, два смартфона. Я напрёг свои булки, соответственно, ноги и мозги. Приехал, все ему проверил, как бы сделал. Надеюсь, все по красоте будет. Он еще попросил прошить, как бы, но этим я буду не сегодня заниматься. Телефоны, собственно, ну, оригиналы. Версия операторская, Verizon 900 GM 930V. Телефоны я проверил на оригинальность, телефоны я проверил на новость, то есть, чтобы они внешне были новые. Еще раз повторюсь, я не знаю, рефы это, не рефы, как бы. Я тут судить не могу, потому что я внутренности телефона не заглядываю. Внешнее состояние новое. Все режимы работают. Как-то так. А к чему, собственно, я записываю данное видео? Друзья, за ту стоимость, которую вы потратите, покупая либо на Алиэкспрессе, ссылки будут в описании. Там стопудово восстановлены. Как, кем, чем, непонятно. Или через меня. Это не реклама, потому что мне не всегда совсем по приколу ездить ради одной трубки в другой город. К знакомым, грубо говоря, где продаются эти телефоны. Вот там от двух трубок, как бы, ну, поеду. Без проблем. Рома заказал две трубки. Собственно, вывод с этой всей истории. Вывод таков. 33 косаря, соответственно, одна трубка РСТ, функционал не меняется, и практически эти же деньги, две трубки он взял себе и, соответственно, жене. То есть, два по цене одного. Как себя покажут в эксплуатации, ну, я сразу предупреждаю, что гарантий никаких. Если бы мне давали гарантию, то, соответственно... Если бы мне давали гарантию, я, соответственно, эту гарантию бы передал. Ну, как? Что да, да, на гарантии, как бы, если что, отвезем. Мне гарантии не дают, проверка на месте, поэтому проверка очень долгая. До каждого нюанса я докапываюсь. Ну, для того, чтобы потом все это дело, как бы, ну, вопросов никаких не возникало. В принципе... На этом, наверное, все. Лиговский. Проспект. Что могу сказать? Не бойтесь покупать такие трубки. Они оригиналы. Подписывайтесь, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, кому как нравится. Главное, проявляйте свою активность. Всего доброго. Пока-пока. И да, огромный респект таким людям, которые задают конкретные вопросы по качеству, по вопросы по существу. Не глумят голову тем, что «а вот если ты меня это, а вот если ты меня обманешь». Друзья, ну вот смысл мне... терять свою репутацию из-за ссаных 270 долларов с трубки.
вообще. Вообще никакого смысла нет. Я свои обязательства выполняю всегда. Теперь точно. Пока. Ну, собственно, что я могу сказать. Вот сейчас буду упаковывать Роме эти две коробочки. Внутри, как вы понимаете, смартфоны. Я смартфоны прошил. Все записывал на видео, но не знаю, буду вставлять в этот видос или нет. Оба смартфона упакованы. И сейчас будет полностью завернуты в пленочку. И, соответственно, отнесены на почту. Ну вот, упакованный товарчик. Со смартфона Galaxy S7 оригинал. Модель 930B.